Всем привет, дорогие друзья, с вами Дредди, и добро пожаловать в игрушку Агарю Голодные Игры. Сегодня будем играть против босса. Давайте посмотрим на этого эпического босса. Он очень крут. Я хочу посмотреть. Так, вот он сам босс. Вау. Конечно, не стоит его атаковать сразу. Сразу стоит начать с лута оценок. Давайте пособираем оценки. Так, отлично, спасибо большое, Анастасик. Держи, но мне сейчас нужны оценки собирать. Пятерочка. Так, мы все-таки против босса играем. Поэтому давайте-ка тащить вместе босса. Так, двоечки. Ух ты. Плюс 5. Отлично, плюс 5 есть. Сейчас будем дамажить его. Хочется еще побольше. Давайте, чтобы наверняка. Вот, все нормально. Снимаем защиту. Снимаем защиту. Вот, раз. Раз дамаг. Два пошел дамаг. Три. Так, он 8,5 уже. Четыре. Отлично. Очень-очень хорошо. Уже 21. Я на втором месте. О, спасибо большое, слилась. Спасибо за слив. Ну, не обязательно, могли бы вместе потащить. Анастасик, спасибо большое. В четверг увидишь видео. Как ты мне помогла хорошо. Девочка моя. Блин, двойку пожадничал, смотрите. Вчера не до двойку пожадничал. Слушай, я тебя не хочу есть. Я бы тебя мог съесть, но... Хайповый. Тем более ты хайповый. Так, за победу над боссом ты получаешь... А, ништяки. Так, хорошо. Надо 120 накопить, ребята. Хочу вот этот сундук приобрести. Пускай у меня он открывается. Так, путь. Продолжим. Босса скоро не будет, поэтому я думаю, стоит поиграть босса, чтобы не забыть его. Так, отлично. Так, забрал оценки. Ничего страшного. О, отлично, спасибо. Клан Яд. Так, идем сюда, собираем. Собираем, лутаем. Так, вон, я вижу пятерку. Надо ускорение тратить, почему бы и нет. Да, сейчас пятерка заберет. Ладно, мне тут вот четверка. Вон и пятерка. Но мы тройку возьмем. Не будем жадничать. Так, тройку, пятерку. Четверку насобирали. Так, итого у нас. Сейчас будет 5. Отлично, идем. Идем бить босса. Так, Е. Так, теперь давай на Г. Отлично, 6. 9000. Ух ты, смотрите, смотрите, какой стал. Офигеть, офигеть, офигеть. Отлично, съели. Я на четвертом месте был. 40 дали. Так, прикольно. Какой-то страшный. Останови лидера стихов. Ситхов. Ситхов стихов, блин. А, покупаем. Отлично, у нас есть. Сундук. Пока его открыть не можем. А что он не визуализировал? А, вот все. Визуализация есть. Так, давайте продолжим. Получим ништяки. Сразу надо начать с оценок. В принципе, не обязательно их удваивать. И так, в принципе, можно выиграть. Если у вас есть бусты. Так, где босс сам? А, вот он, босс.
Открываем. Так, просто затаскиваем. Вообще лучше ракетами использовать. Так, что у нас 16 тысяч, я на третьем месте. Опять я постоянно не те щиты беру. Так, хорошо. Так, поможем немножко. Так, насобираем и идем мочить босса. Все, босса уже нет, пока собирали. Босса уже побежден. На самом деле, довольно-таки легко его убить. Очень хорошо, если у вас есть залп, это просто идеально бить залпом. 3000 сразу отнимает. Огненный шар, ну не знаю, давайте просто проверим, сколько огненный шар отнимет у босса. Мне просто интересно. Так, во-первых, знаете, что я хочу посмотреть? Где сам босс? Со щитом, будет ли он его убивать со щитом? Или надо будет разрушать щит? Я что-то не туда зашел, я же с боссом хотел посражаться. Точно не туда зашел. На сервер попал. Так, окей, окей, окей. Так, мы идем на босса проверять. Было бы здорово, если бы по 10 тысяч, по 10к он бил бы. Тогда бы стоило брать. Босс пока нет, пока что 7 на сервере чувачков. Пока босса нет, лучше налутаться. Ждем-с. Так, босс появился, я хочу сразу попробовать бросить в него огненный шар. Отнимет что-нибудь или нет он? Сейчас проверим. Так, подходим поближе. Вот, бросаем огненный шар. А, нет, 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 не так. На F бросаем. Отнял 960, ребят. 960. В принципе, смотрите, причем... Давайте сейчас... 960 это мало. Что-то реально мало очень. Вот сейчас попробуем еще раз огненный шар. Да, ребят, он по 900 отнимает. Тогда уж лучше бомбами кидать, мне кажется, бомбами лучше. И вот залп. Самый мощный это залп. Кидайте залпом, наверное, чаще. Плюшка, конечно, огненного шарства в том, что если он будет со щитом, сейчас он щит не тянет, сейчас даже проверим. Вот у него щит, у меня сейчас 11760, 11760, да подожди ты. И бросаем 11760. Он отнимает, ребят, он отнимает, вот 12 тысяч и... Ну вы видели, вот 240 он отнимает так, без усиления. Если у него щит, он все равно отнимает. Можете сами убедиться. Вот без разницы, есть щит, нет щит, он все равно отнимет. Так, ну что ж, проверили. И все же я предпочту. Давайте меч проверим, давайте меч проверим. Сколько меч отнимает? Меч, он резиновые щиты разбивает или нет, я вот не помню. Так, нет, резиновый он не разбивает. Он разбивает простые щиты.
То есть, по сути, он должен будет разбить ледяной щит. Сейчас мы с вами убедимся, проверим. Пока много ценных дайте соберем. И попробуем в него попасть, пока у него будет щит. Просто мечом. Огненный шар 960 отнял, вы сами видели. Это слишком мало для такого топового буста. Не стоит брать его на босса уж явно. Так, кулак свой накопили. Отлично. Так, окей, хорошо. Нет, нет, нет. Нет, ну зачем ты? Да не надо. Смысл тут тимиться, я просто не вижу. Все, забери массу, нет. Ищем босса. Так, ребят, только что договорились, Ревенс подаст заявку, я его возьму себе в клан. Ну что же, мы начинаем, это после босса обязательно приму. Так, мы сейчас идем к боссу и попробуем бросить на него. Вот у него, какой щит, у него же не резиновый щит. Блин, хочу попробовать, вот сейчас. Бросаем меч, отнимает 1200. 1200 я отнял просто так. Давайте еще раз. Бомба, конечно, бомбу побольше, да, отнимает? 1800 бомба отнимает. Но зато, ребят, если у вас есть меч, то тоже без разницы, есть у него щит или нет. Он все равно будет дамажить. Это хорошо. Но тут, конечно, лучше брать дротик или сюрикен. И все-таки самое топовое, если хотите босса затащить, берите залп. Он 3000, 3000 дамажит, и это реально топово. Это очень круто. Так. Против босса самое клевое оружие. Залп, конечно. 15 тысяч. Так, ну как-то так, ребят. Вот щит, смотрите, у него щит. У него щит, и мы бросаем 15840. Видите, отнимает 320, 560. Вообще пофиг, он все равно отнимает со щитом. Так, ну я вам просто хотел это показать. Самое главное, что я хотел. Не было мне щит надел. Давай собираем оценки. Что там с боссом? 30 тысяч у него всего лишь. Вот, давайте поможем. Реванс. Отлично. Так, все, за домашний. Ну, конечно, я потратил ресурсов, но зато... Зато у нас 120, мы покупаем еще один сундук. Блистательно. У нас два сундука, потом с вами откроем. С кланом у нас тоже все хорошо. Люиленку 567, Дариди 417, Елен 290, так, 183, Дариди друг 135, Кекс 116, отлично. Так, Ревенс обещал взять, взял. Вот, ребят, хотели больше серии, ставьте пальцы вверх, обязательно подписывайтесь, говорите друзьям о канале, пускай тоже подписываются. Вот, чем больше нас, тем будет круче серии. Всем пока, ребят, до скорого.